Всем приветики. Буфетики. Так, сейчас я видео включу. Я тут параллельно видео слушаю. Сразу пытаюсь убить трех зайцев, да? Погода. Мамочка моя родная. Минус 20. Кстати, я сегодня еду на фитнес. У меня не... В понедельник мне придется ехать в налоговую, потому что мне нужно все-таки. Я там через госуслуги заскринила, отправила ННН, но они сказали все равно, что служба безопасности требует в бумажном виде. Так что в понедельник буду заниматься ННН. Поеду в налоговую. Илюха говорит, надо будет штраф платить за то, что ты потеряла бумажный ННН, 300 рублей. Ну, ничего страшного, что делать. Лишь бы вот такого дубаря не было. Было бы чуть-чуть потеплее. Но сегодня поеду на фитнес. Ладно. Надо сейчас позавтракать. О, бананчик можешь съесть или не надо. Что-то бананы в этот раз невкусные вообще. Вообще невкусные. Мне не понравились. Ужасные. Смотри, мам, я твою одела эту тунику, которую ты мне подарила на Новый год. Сейчас буду завтракать. Решила включить. Ты идешь. А есть я буду что? Творог. Мне надо досбрасывать. Когда сброшу до того, чего я хочу. То есть до новогоднего веса. Так я успокоюсь. Так, я подумала, что на работе за кассой там или вообще очень важно, чтобы были нормальные ногти. Сейчас почищу, все сделаю и сделаю маникюр обязательно. С новым вот этим лаком. Он такой вроде бы нейтральный, но точно не яркий. Такой нежный, как я и думала, блин. Придется мизинец переделать, но неважно. Класс. Так, все, я собралась. Отчаливаю на Ния. Тыщ. Кроссовки надо выложить. Они мне не понадобятся. Главное, второй не выложить. А то так вообще без обуви останусь. Ты-ты-ты-ты. Все. Я готова. Уже спустилась и поняла, что мусор забыла. Сначала подумала, не буду возвращаться, а потом думаю, нет. Надо вернуться, потому что мусор будет вонять, вот это все. Поэтому лучше его забрать. Так, все, отзанималась я. Классно, сегодня такие танцы были. Прикольные. А она сегодня опять снимала на телефон, как мы танцевали. Я к ней подошла, я говорю, так и так. Я говорю, а куда вы все это выкладываете? Я говорю, мне просто интересно. Она говорит, вот у меня, говорит, есть своя группа. И говорит, я туда все видео выкладываю. Ну, я у нее спросила, как эта группа называется. И сразу же там чуть ли не с третьего видео увидела себя. Думаю, зашибись, блин. Она там какую-то группу ведет. Молодец. Я вам кусочек вставлю, может быть. Посмотрю, какой получше. Потому что он такой трэш, блин, мне кажется, вообще не знаю. Сейчас еду домой. Зайду в магазин. Ну, все как обычно, короче. Зайду в магазин. Мои ноготки такие нежненькие, да? Сразу сказали, что яркий не надо. Должен быть нежный. Лучше прозрачный. Ну, у меня как раз прозрачный, правильно? Чуть-чуть такие вкрапинки маленькие. Так что все окей, наверное. Правда, я не знаю. Блин, у меня вот сейчас вообще... Если мне позвонит тренер, что мне говорить? Когда мы будем заниматься? Потому что в понедельник мне надо в налоговую с этим НННом. Потом, я не знаю, когда меня вызовут... вот это... Нужно же практику проходить или что там? Я не знаю, 72 часа надо проходить. Все учить... Ой, там сразу написано, память должна быть хорошая, у меня ее вообще нахрен нет. Но я не стала ничего говорить.
сюрприз будет. Но там надо очень много всего запомнить. И как с кассой работать, и как принимать, и как то, и как все. Оплачивать эти бензины. Потом там еще магазин же. Боже мой. Не знаю, как я это все запомню. Но она сказала, не переживай. Тебе, если что, помогут, подскажут. Так что я решила, что, в принципе, уйти я в любое время смогу, правильно? Поэтому попробую. Девчонки вроде бы хорошие такие, приветливые. Так что вроде бы должно быть все нормально. Ну, а там посмотрим. Я уже дома. Сейчас будет быстрая распаковочка. Быстрая-быстрая. Сметана 15%, блин, деревья 69 рублей. Орешки 145. Миндаль. Это мне. Дальше. Миндаль. 47, по-моему, 47 рублей. Крабовый салатик. Не помню сколько. По-моему, то, что-то около 40. 140 с чем-то. Сыр, тирзитер. Не знаю сколько. Майонез 90 или 80. Я включила режим экономии памяти. Боже, мне сейчас столько надо будет всего запомнить. Вот я за это так переживаю. Надо успокоиться, расслабиться, словить дзен и все запомнить. Да? Весь магазин, все и все это. Потом я зашла в наш кирпичный магазин, там я взяла чебуречков. Сыр куриный. Сейчас я их себе приготовлю. И шейк свиную. Дальше я пошла в этот, скажите, на Валберес. И получила свои семена чиа. Я купила полкило семена чиа. Не знаю, куда они будут добавлять, там салатики, йогурты, куда угодно. Кстати, я вот это ела творог, да, и последние два раза я его даже не смогла съесть. Знаете почему? Потому что творог какой-то был странный. Он был странный на вкус вообще. И настолько странный, что... Блин, что, пакет рваный, что ли, что-то тут? Да нет, вроде бы. Не, нормально. Семена чиа. Это полезный фастфуд... Как это назвать-то? Фуд? Как это называется? Эндакси. Компания Эндакси. Я туда что-то зашла и увидела там и всякие разные вот эти вкусняшки. Дальше я заказала еще семена годжи. Ой, семена, ягоды годжи. Ягоды годжи. Вот, заказала 200 грамм. Я просто подумала, куда мне их добавлять тоже. Ну, вот куда-нибудь добавлю, вот. 200 грамм ягоды годжи. Так, еще. Семена вот эти вы видели. Смесь семян. 2 килограмма заказала. И еще я заказала, что это? Сода. Да, премиум класса, сода натуральная. В пакетиках, пакетики в пакетиках. Хорошо упаковано. Вот такая сода. Это все одной конторы, все в одной конторе. Все в одной фирме. И семена тоже. Там много разных всяких интересных штучек. И для салатиков, для йогуртов, вот это все, всякие добавочки натуральные. Вот и вся распаковка. Все. Телефон только надо достать. Тут, наверное, замерз. Блин, такой дубарь, как он задолбал, а? Холодно, да? Скажите. Не люблю холод. Ну все, дорогие, пока.